25 миллиардов рублей на выплаты медикам, борющимся с COVID-19, выделит правительство. Средства будут выделены за октябрь из резервного фонда. Более 8 миллиардов рублей выделят за особые условия труда и дополнительную нагрузку медиков на фоне пандемии коронавируса. Еще 16 миллиардов уйдут на стимулирующие выплаты работникам сферы здравоохранения за выполнение особо важных работ. Размер доплаты составляет от 25 до 80 тысяч рублей в месяц на каждого медработника. Сумма выплат зависит от должности и рисков.